межах акции «Збяром портфель першакласніку» першыя рукзакі школьнікам уручылі супрацоўнікі МНС разам з Беларускім саюзам жанчын. Вратавальнікі надалі асаблівую ўвагу дзецям са шматдзетных сем'яў. Уручалі падарункі да новага навучальнага года работнікі МНС па ўсёй вобласці. Першакласнікі атрымалі першыя ранцы, а старшакласнікі – канцтавары, неабходныя да навучальнага года. Падчас мерапрыемства супрацоўнікі МНС таксама праводзілі віктарыны, падчас якіх правяралі веды правілаў пожарной безопасности. Работники МЧС совместно с Белорусским союзом женщин Гомельского областного управления МЧС приняли участие в республиканской акции «Собери портфель первокласснику». В рамках данной акции мы подарили детишкам школьные принадлежности, а также в игровой форме напомнили родителям и самим детям основы безопасной жизнедеятельности. Мы выбрали данную семью, потому что здесь воспитывается очень много детей, 11. Поэтому сегодня дети – это наше будущее, это наш приоритет. И, конечно, мы не могли обойти сегодня и работники МЧС, чтобы не оказать помощь именно вот таким вот семьям.